Итальянские сейсмологи не исключают повторных разрушительных подземных толчков в центре страны. Напомню, ночью Италию сотрясло мощное землетрясение магнитудой свыше 6. Спустя час произошел повторный толчок силой 5,4. По последним данным, погибли 14 человек. В руинах сразу несколько провинций. Особенно пострадали города Аматричи и Акумоли, которые наполовину разрушены. Неуцелелый госпиталь, пациентам оказывают медпомощь под открытым небом. Отголоски землетрясения ощутили даже жители Рима. Тысячи людей в панике покинули дома. Добавлю, последний раз Италия переживала мощное землетрясение 7 лет назад. Тогда был практически стерт с лица земли город Акуила. Погибли около 300 человек. Мы почувствовали толчки неожиданно, качались люстры, цветы прыгали в горшках. Мы испугались и вышли из дома. Потом вернулись через какое-то время, думая, что на этом все закончилось. Но был еще один толчок, еще более сильный, даже если короткий, всего несколько секунд. Часто случается в Риме подобное? Да, случается. Рим окружает сейсмоопасная зона, и землетрясения бывают сильными. Землетрясение в Акуиле, например, даже если здесь мы достаточно защищены, мы решили выйти и все же прогуляться.